Ну, короче, не знаю, когда вот так вот дают просто побегать. Все равно смотришь на виды, кайфуешь. Это какой-то, подожди, это трамплин? Я это переживу вообще. Господи. Прикольно. Hello. I hope the forest brought you joy today. Да. Уровнем пятым. Парочку очков навыков, несколько ресурсов, ну такое базовое, знаете. Так, у меня еще что-то в путеводителе. А можно как-то открепить это все? Открепить. Я не понимаю, зачем их закреплять. Я думал, что если я их типа закреплю, то они у меня будут как-то на карте там отмечаться. Или я не знаю, в этом взгляде Нави. Ни хрена. Все требует открытия карты отдельно. Все требует открытия каждой какой-то менюшки. Ну ничего, скоро будет экран. Будем летать. Этого я прям жду. Ну потому что реально бегать, ну просто красиво, да. Но можно как раз посмотреть на все это дело сверху. Вот, но я ничего не встречаю. Тут даже нет никаких... Ну, вот что... Ресурсы собирать, животных просто отстреливать. Как-то так себе удовольствие. Ну и что ли, цветки есть ускоряющие, да? Вот я на них наступил, hey, типа она начала. Да-да. What? Knock, knock. Priya, what are you doing? It's knock, knock. You know, you just say, who's there, all right? Like someone's knocking on a door. Okay, knock, knock. Who's there? I know it's you, though. No, just play along. Knock, knock. Who's there? Water. Now you say water who? Water who? Water, you doing telling jokes. Don't you have more important things to do? Did you go out? I'm still here. Uncle said that joke was dumb, but it isn't, right? Come on, help me prove a point. It's great, Priya. Definitely the best knock-knock joke I've ever heard. Yeah? Uh-huh, okay. I am telling her you said that. Хорошо. Вот, и мы, кстати, получим доступ... Come. I can help. Вот к этим островам прикольным, которые летают. С которыми что-то там явно происходит нехорошее вдалеке. Эти хилки не нужны? Нет. Что именно я здесь ищу? Let us not stand around waiting to be caught out. Through here? Is it safe? I am not sending you to your doom. Go on. Trust me, Mayanto. That's what you said about the King Lore sting. Here. I use this with Zormi. May you find a bond as strong as ours. Oh, and Mayanto. Our hunters always say, do not look down. I suggest you heed their wisdom.
Не, ну это прикольно. Эти растения всякие разные, которые как трамплины, катапульты. Это что такое? Как будто пробить можно, нет? А, чуть более деликатный подход. Но подумал я правильно. У меня такое ощущение, что игра очень сильно пытается, ну типа понятно в целом почему. Ну короче, как фильмы. Вот реально. Когда я смотрел «Путь воды», я просто сижу и думаю, типа, там некоторые сцены были построены так, что, типа, я думаю уже, ну, понятно, что у вас тут все красиво, я понял, типа, хорошо. Ну, можно, пожалуйста, типа, сюжет дальше показать, ну, потому что, серьезно, короче, у меня нет... Не было никакой подсказки, странно. Ну, то есть... Игра очень сильно пытается тоже показать, что вот смотри, у меня графон, смотри, там вот такие кадры я тебе покажу, да? What took you so long? I slowed down for you. How did you get up here so fast? Ha! I spent my childhood climbing these mountains. I know all their tricks. You're feeling better then? In body, not yet in spirit. Просто... Было бы неплохо, если бы как бы нагруз все-таки между этими красивыми моментами тоже был такой же качественный. Did I meet you before? No, don't go. Do not worry. No self-respecting Ikran would accept the first attempt. Continue your climb. Show her your work. I hope so. Это печально. Подожди, а как я... Ах, я вернусь теперь наверх. Как я легко забраться. Не зацепилась. С первого раза. Эй, Прия! You will never guess where I am. Не поверю, что с деревьями у меня все в небе происходит. The opposite. I'm climbing to Ikran Rookery. To be chosen. At least, I hope I get chosen. Seriously? Right now? You're doing that right now? It's like crazy high, right? Are you scared? You're not helping. You have to tell Noor. He'll love it. Hang on. Better get a footstool. Допрыгнуть. Так, о, я понял, они теперь будут выстраивать штуки эти. А сколько их, как-то можно понять? Я вот вижу два корня, значит, два, да, только? Хотя как будто это тоже корень. А это тоже корень. То есть раз, два, этот я уже сделал, там, возможно, еще парочка сейчас будет. Мне кажется, я не допрыгну здесь. А тут... Найс.
Да я не могу с этих видов просто. А музыка-то? I get chosen. The bond is pure, untouched by humans. But we Sarin do are a little too human. Even now, I use a human instrument to speak with you. Well, it takes all weapons to win a war, right? That sounds like something Mercer would say. You'll do great. Don't fall, okay? Priya! Где там верхушка? The bond requires trust on both sides. I'm not sure she is ready to trust yet. Remember, the choice belongs to the Ikran, not to you. Whoa! Easy there! No! What am I doing wrong? She is not sure of you yet. Keep calm. Maybe she will reward your efforts. I'm starting to feel like I won't get chosen. She is just teasing. Be strong. Как оно держится, просто как? Так, он только не нападает на меня. Или типа это испытание? Достойно ли? Ma'ela, take heart. The bond is a precious thing to be cherished. A life linked forever with your own. I met Zome at this very spot. She reared up, snapped at me. My stomach churned, my palms slippery with sweat. My heart pounding so hard against my ribs, I thought it would butter bravado was all for show. Her eyes found mine and my heart slowed. My breath came steady. I knew she would choose me. I felt it. Так. Подожди, или она мне нужна, у меня просто опять Ешка не появилась. Цвет похож. Что надо сделать? А, ну да. Промпт. It's okay. I won't hurt you. Now
Now name her. She has made herself yours. Можно ее перекрасить прямо на ходу. Ну, мне, кстати, нравится вот этот зеленый. Я только, наверное, вот этот сделаю такой с более оранжевыми цветами. Буря, Катир, Нему, Намайт, Алиси, Зоркая, Пушинка, Кэрол. Пусть будет. Хотя Кэрол, давай Амай. Звучит поприятнее как-то. I think I'll call you Amai. New bond. It is wondrous to fly on thought alone, to touch the mind of another. Your hearts beating as one. You must secure the bond with a final act of trust. How do I? Call for her! Call for your Ikra! Fly high together and secure the bond! Let's catch Amai! Okay, let's think. Feel what to do. Can you go faster? That's it! Let's dive! Нет! Подожди. Свободный обзор. You hungry girl? You want a treat? You do, don't you? Так, можно кормить. Это просто какая-то имба, я не знаю. Шикарно. Все равно, кстати, толком себя не вижу. Но тут костюмы, они для коопа, например, тоже работают. Он же здесь, типа, есть в каком-то виде. Шикардосно. Куда? Let's find Aethua. Блин, интересно, на этих каменных островах что-то есть? Или нет? Так, базовый урон я не подниму, конечно. Больше боеприпасов. Давай-ка мы пойдем. Сопротивление, получаемый урон. Вместительность мешочка. Базовый уровень энергии. Ну давай, типа, да, я возьму, наверное, на одну хилку побольше. Я бы, конечно, ХП прокачал, но у меня такого нет пока вариант. Господи, так же теперь искать задание еще сложнее стало. Аж вон туда. Окей, полетели. Просто расстояние теперь побольше, да, как бы, но я побыстрее. Окей. Единственное, вся вот эта тема с едой, с добычей, вот тоже с тем, что надо экраны кормить. Это, конечно, круто. Прекрасно, вообще замечательно. Но только ради этого охотиться никто не будет. И это как бы надо понимать. То есть я не знаю, в какой-то момент у меня мясо это закончится, если я его как-то случайно получать не буду. Мимо просто проходящих животных там правильно убивать не стану. Ну, получится, он у меня не будет иметь возможность рывки делать или как. Так, и где мои соратники? Палку пособирать немного.
Your Ikran is fierce and proud. It saw a kindred spirit in you. Your father refused to help. They all did. Doesn't matter what I say, they still see me as my father's daughter, not as the Sahib. You are all he has left. I am more than my mother's shadow. She loved this place. When I was a child, we'd fly here together, her holding me tight on her Ikran. We'd lay down here and tell each other stories about the stars. I felt so grown up then. She made you feel important. It was the stories of the Kinglor I loved most. I wonder what stories my people had. They stole them from you. All the Sky People have taken. My mother saw how their hearts are ruled by ignorance and greed. She stood up and was cut down, dying with Sky People metal inside her. We never spoke of the resistance after that. Your father thinks the price of fighting them has been too great, will be too great. If we do not fight, we will lose everything. We did not want war. But they have made us warriors. We must bring the fight to them. Hey, Priya? There's something happening in the air here. A signal from these strange devices. Those RDA aerial thingies? Huh. It's disturbing the Kinglor and their food cycle in the rainforest. If we help the Kinglor, we help the Aranahe. Hey, can you scan one? I'll try to find out what they do. А где он? Я с удовольствием. Так, только подожди, у нас получается, во-первых, новый тяжелый лук, где урона на 8 больше, понял? Так, модификации нет. Что-то еще было. Что-то было еще, я что-то видел, что-то мне еще дали только что. Амай? Головной убор. Опа. У нас это тоже есть узда. Это вот ту, которую дали только что. Это просто декоративный элемент. Но я тогда одену все от одного, наверное, скина. А, у меня, в принципе, облик есть. Окей. А как тут есть слоты? Как ими пользоваться? Вон, 3 километра. По прямой просто лететь. Я вот пытаюсь понять, это еще одни аванпосты или нет? Выглядят как просто какие-то воздушные базы, на которые можно прилететь, я не знаю, либо, ну, по идее, как-то ломать их можно, да? Их тут якобы тоже много. Но здесь нет никакой защиты. Взломайте. Ну-ка. Че, надо просто подлетать, взламывать и все? У них нет никакой системы защиты от этого. Серьезно? That worked. The balloon is down. Nice.
Dad, come check out this data. Is that... it's radar mapping. Well, that's pretty cool. See here how the signal is repeated? Well, because the rainforest is so dense. Right? Hey, that signal is strong. It looks strong enough to go underground. Do you think? Exactly! Yeah! Delan, can you... It's like a whole network of signals pinging off each other. Delan, just let me know if that signal has any leak, okay? Oh, okay. I'll let you know. There's so many of these things, even beyond the rainforest. We should take down as many as we can. Delan, anything? Signal is still going strong. Mm-hmm. It's not really a problem, though, right? Я как будто не с вертолетами воюю, с какими-то, я не знаю, игрушками. Просто с винтовки какой-то выношу реально огромные какие-то бронебойные, ну по логике они должны быть, да? Боевые вертолеты. Так, еще один обязательно выносить. Не, ну их тут очень много, я за отдельную, по-моему, ничего не получаю толком. Не, можно, типа, обращать внимание на те, которые никто не защищает. Но их тут тоже, вон, раз, дальше два. Сейчас надо посмотреть, просто я говорю, я не получаю ничего. Мне кажется. То есть вот я взломал, тут максимально тупорылая головоломка, которая даже не головоломка. Лук. Взрыв, прыгнуть, все. Она взрывается, и я типа, да, я ничего не получаю за отдельную. Зачем тогда мне это делать? Можно сесть? Подожди, что? Найдите Туа на обзорной площадке, так она... А! Извините. Я говорю, ну это такой тупой способ делать пометки по заданиям, вообще реально. Просто обычную метку надо было делать, вообще, чё придумали какую-то совершенно странную вещь. Какой-то перемудрёж ради перемудрежа. Be their last flight. Today we finish what they started. Let their ashes shroud the sky. I will draw their fire. Но сделай это все мне. О, господи, две буровые установки, трубопроводы, внутренние генераторы. Дейлан, I'm heading into the outpost now. Is that...
Are you sure that's a good idea? I can sneak in. Edua's distracting the scorpions overhead. Using your SID will help keep things quiet. I'm checking if the Resistance database has the schematics. Maybe I can help from this side. Так, ну здесь типа тоже все для меня супер опасные. В общем, интересно, да, что каждый раз теперь это происходит, когда на задание вылетает именно аванпост. Удобное совпадение. Так, а я могу? Не, ну это, наверное, будет слишком палевно. Пошли туда. Сейчас какой-то маршрут надо будет простроить, чтобы опять же быстро все это почистить здесь. Я, короче, еще из-за размера Нави не очень понимаю. Периодически я типа сижу или нет. Потому что относительно людей я как бы, ну, выше всегда. Дружище, не иди сюда. Так. Шумим немного. Ух ты. Отличная модификация пояса. Я даже прям сразу сейчас нацеплю. Может, не, ну шестого, конечно, не будет. Так, отличная модификация для пояса. Увеличивает запас особых боеприпасов для посоха прощи. Ну смотри. Много прибавляется. Мне вот это вот больше всего интересует. Типа характеристики, как-то идут, высчитываются. Странно, конечно. Но пусть. Так, внутренние генераторы. А, подожди, так буровая установка — это два взлома, а внутренний генератор — это просто выстрелить в одно место. Надо, по-моему, вот. Нет. Короче, буровая — это просто выстрел один. Без заморочек. Благодаря Сэм можете одержать победу над Дардией при помощи взлома, проникнуть в охранную систему, ударить по всем уязвимым точкам. Ты зачем мне это делать? Я могу просто прокрасться туда, куда мне надо напрямую. Все очень аккуратненько сделать и свалить, так сказать. А если я выстрелю, он не активируется? Ну нет, ну нет, ну как так-то, твою мать? Не, все, я здесь не могу выжить вообще никак. Только если я очень быстро как-то сейчас не улечу. Вот это тупость сейчас была, конечно, с моей стороны. Ну правда, как они так быстро типа отреагировали, я тоже не понимаю, но он. Поэтому баланс ХП, ну почему такой баланс ХП херовый? И почему он такой специально? Да, ну вопрос. Опа. Все, просто генератор сломай, твою мать, и свали отсюда.
где он? Вижу. Несколько ублюдков, у меня гранатка есть. Моя. Я не уверен, что я выживу, но у меня наверх. Давай. А чё, просто взломать, нет? Действительно. Погоди. И ни хрена здесь уже никто не сможет сделать. Так, быстро. Я бы понимал, что я тут делаю еще. Допустим, что-то сломалось. Да, тут бы с активированным вертолетом не получилось бы. Ключ. Сюда, отлично. Все, ребята. Самая эпичная станция была пока что. Обычные люди, кстати. Так, подожди, это мой. Кстати, еды было бы взять неплохо. Заражено. До сих пор? Запах того, подсказки задания. Так, ну подожди, ну я сюда как раз прилетел. Где она? Ну, там ни хрена нет.
Здесь просто точка, как будто, я не знаю, она сюда упала, или сюда сам скорпион завалился. И чё? Отвратительная система просто целей, и вообще просто, я не знаю, хуже я не видел, мне кажется. Вон что-то есть. А, типа она здесь была. И она про... Серьезно? Вот так тупо? Чертог совета. С одной стороны, это логично, конечно, что мы так теряем всех просто каждый критический момент, ну потому что, ну, я не знаю, мы просто по факту, если быть объективными, Нави это просто, ну, я не знаю, чуваки такие, которые бегают с палками, воюют против роботов огромных. Возможно, конечно, не в этот пояс стоило это потратить, но он как-то увидел способ немножко подкачаться. Где он? Do you have no other clothes? Ну просто я подумал, что как-то это слишком тупо будет, если она просто сейчас во время вот этого своего такого эпичного момента, ну, нападет на вертолет и умрет. Не сказав даже ни слова, ну то есть... Так она жива? Prepare the hunters. Get ready for us to fly. Живая хотя бы, ладно. You did this. You made her go. Father, stop. Look. They are feeding on their own. What happened to them? It was the sky people and their floating machines. Their strange pulsing, forcing the flowers close, driving the Kinglor from their nests. Only the Sarentu believed me. They saw how it worked. They destroyed it. Alone. I tried to tell you. I wanted you to come with me. In the end, it was the Sarentu who saved our home. Enough. Etua is right. War is upon us, and Ewa cries out in pain. It is a call we will no longer ignore. Спасибо, что ты это понял.
Edua and I will stand beside you and lead our people together. No longer will our blood stain their hands. We will purge these lands and skies of their blight. For our children and their children, Pandora will be free! What did I tell you? I had faith in you from the start. All grown up. Are you ready to look the part? Warrior of the people. Let this be a call to all clans that the Aranae will not shy away from the fight. Hey, the air quality just keeps on improving. Our data shows there's new, healthier growth happening all around the western frontier. Slowly but steadily, the life comes back everywhere. Главный убор. Is right. The sky people are but strong. I wonder if it will last. Так, и все, мы больше с этим трайбом ничего не делаем, я так понимаю. Да, лес мотыльков, отправлюсь обратно в штаб. Седьмое, правда, но подожди. Во-первых, у меня двоечка здесь. А, тут наездник открылся, смотри. Клониться в сторону можно. Я не знаю, учитывая, какие у нас проблемы со стелсом и там со всем остальным, я бы все-таки продолжил качаться здесь. Ну смотри, сейчас я точно беру отсутствие шума. Сейчас у меня шестой, но я, конечно, даже если сейчас голову... А, у меня уже даже он оделся. Мы немного пострадаем, что поделать. А просто не знаю, мне надо идти делать что? Мне надо искать новое оружие, молиться, что оно с кого-то выпадет. Мне вот прям именно помочь. А, вот тут штаны нормальные появились. А, они не появились, я их собрал. Они именно новые появляются. Вот, и суть-то в чем? Подожди, дружба с кланами у нас прокачалась. Может быть, здесь у кого-то... Сейчас. The data you got from the radar network? They were probing everything in the Kinglord Forest. The map goes all the way... What is it you need? Вот, смотри, у меня сразу даже показывается, насколько именно я получу нового уровня. То есть, например, можно потратить, взять длинный лук новый, пробивной. Я даже так сделаю. Это, правда, почти все, но хорошо, все равно. Тем не менее. Так, проекты. Этим я заниматься не буду, это слишком душно. Окей, как минимум это новый лук. Длинный, конечно, у меня уже был. Мне надо винтовку. А винтовку мы сейчас посмотрим как раз в главном штабе. Minerals underground. By the way, when are you coming home? Alma wanted to talk to you about our new Na'vi friends. I'll pass by soon to see you all. Я не уверен, что мы прям много... Давай на тотем сгоняем, кстати. Да в смысле? Where are you? Тотем это чуть левее, просто сейчас это будет быстрее, да? Я хотя бы, может, получу... Не знаю, что-нибудь полезное, типа... Там нужно как-то подкачиваться чуть-чуть. Я могу как-то метку поставить. Ориентир могу. Так, этот ориентир... А, и тут теперь он просто отмечается сверху. То есть у них есть такие метки, но они их не используют по сюжету. Мудро. Гениально, я бы сказал. Some kind of... familiar somehow. Rinella, I found something. I think it's a totem. Old. The colors and weaving are a bit worn, but it looks sodden though. Another of our people's totems.
Another. So there's even more out here. There has to be. Noor also saw painted symbols near the totem. Is there something like that near yours? He wondered if the symbols meant for him to look in a specific direction, as though showing the way. And did he see anything? He... I know he tried hard. Stared for a long time, but he felt nothing. But I think Noor just wasn't patient enough. Our ancestors must have wanted us to see... something. I'd like to try. Maybe I can find the right perspective. Кто-то что-то понял? Если посмотреть на него с определенной точки, он может пролить свет на тайны исчезнувшего клана. Чего? Идите по меткам, чтобы смотреть тотемы с правильной точки. Каким меткам? Тут отдельные метки в отдельное место ведут, смотрю. Это как стрелка. Это тупо. Так, а метка ведет сюда, все. Кажется, сейчас круг сделаю. Вот отсюда. Что? The totem. It's looking up at the giant archway. A solid, towering rock formation. По-моему, это было очевидно из изначальной точки. I feel... Huh. I feel... Warmth? I wonder... How many of our people have traveled under those stone arches? Was it a meeting place for friends? Maybe? It's strangely inviting. Even after probably generations, it still stands. It's almost like it's telling me, welcome home. Просто дружба с кланами. Ну, типа, наверное, если там целиком все это пройти, то будет... Что-то более существенное. Двойной прыжок. Пневмовышка. Так, а вот, кстати, вот эти цветы с способностями, я их, естественно, типа пока не найду просто, я их так не увижу. Ну да. Просто ростки, все остальное тут мягкое... А, ну вот они тут розовыми разрисованы. А это... Блин, так оно все. Я где? Это дерево дома. А, я сейчас здесь. А может, мы сейчас летаем как раз обилку получим? Я не знаю, влияют ли эти обилки на уровень. Но они могут быть потенциально полезными. Типа, я не могу прямо туда поставить, ну, неважно. Просто полтора километра долететь будет быстро. А поскольку эти цветы, там надо просто подлететь. Вообще, потратить, я не знаю, минут 20-30, может быть 40 максимум, для того, чтобы собрать все эти цветы. Я не думаю, что они там все как-то супер спрятаны сильно. Нет у меня еды. Вот то, о чем я говорил как раз. Thank you.
так вот цветок. Причем, ну, опять же, учитывая, что у меня есть экран, я могу просто вот так. Опа! Не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Вот это вот меня интересует сейчас. Бронелом, так, ну-ка. Боевая мощь. Все время битвы с дезориентированным УМПМ можете зажать В, чтобы провести атаку ближнего боя. Ну, круто, казалось бы. Но не совсем. Я просто не знаю, ну, жесткая посадка, это надо подходить к врагам, типа, бить их. Мягкая посадка, ну, может быть, еще. Вот какие там дальше, я пока не знаю. Но 2 очка навыков. 2 очка навыка, это круто. Так, и тут внизу есть что-то еще? Типа компьютерный терминал. Но это синее, не, синее это такое. Синий контент это как ресурсы. Это можно типа ходить, собирать сколько угодно, там толком ничего не дадут. Базовый урон. Настолько незначительный левелапы уже. Кошмар. Пожить, сопротивление, растения. Базовый урон, энергия при поедании сырых кулинарных ингредиентов. Базовый уровень здоровья увеличивается до 60. Вот это вот я бы сделал. Поэтому давай пока сюда. Так, еще цветы, короче, где-то, где мы даже не были ни разу. Поэтому... А, ну мы то есть особо ничего даже не теряем. Так-то. Мы просто еще не были в этих локациях. Вот только один цветок пропустил. Остальные вот раз, два, три... Мы там просто тупо еще не были. И сейчас еще посмотрим, что я могу купить за запчасти. Может быть, какую-то винтовку я все-таки возьму. Alma? We never saw you like this. I don't leave the link bed much these days. I've grown so used to being one of you. You look different, but the same. Well, I'm the same, but you are changing, growing. Every time we meet, you look more Nafi. We heard from the Aranahe. I never thought they would change their minds. And now... We are stronger than we ever were. That came from outside. Так, погодите, шум, не шум. Все понятно, конечно. More Navi on board. Here you go. 10. Тут надо 30 вообще. Тут 30, тут 30. Я могу, конечно, вот эту винтовку взять. А, это дробовик. Вот винтовка. Кстати, неплохо так бафнет. Я, наверное, даже действительно возьму. Просто 30 фармить будем долго. Здесь хоть какой-то баф. Это хоть насколько-то винтовка будет получше. Как же я пытаюсь накидать? Как же я пытаюсь накидать туда опыта уровня вообще всего? Так, что происходит? Wind in your hair, bugs in your teeth. Is this how you greet the Sarentu after all this time? I had to see for myself. Not even a flinch this one. Fearless like a Zeswa. Or perhaps just slow. That depends on if I was the target. My name is Nassim, Oloiktan of the Zeswa. And no warrior in Pandora can best our spheres. Then you have not seen us fight. I heard you got those pompous weavers out of their tree. But the Sky People ravage our lands too. We know them. All too well. I should get Alma. Speak your own mind, Rinella.
We have the same enemy. We must fight together. So our envoy will come to you, just as our people once did. My sister Minang hunts beneath the celebration arches, warrior. Fly the signal kite like our riders do, and she will answer your call. Make sure you prepare before you go meet the Zeswa Tsahi. It is a long journey to the upper plains. Это где-то к северу. Но я сделал все, что мог сейчас. А, ну вот смотри, это клан странников. Пока будем лететь туда-то, надо будет зацепить эти крепкие узы. Ну, 3 километра. Ну, просто придется полетать.